Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Делаю очередной комод. Склеил я уже каркас. Значит, ну, получается, вот боковинки рамочно-филенчатые. И вот эти вот перемычки врезаны на скользящий ласточкин хвост. Такая вот конструкция комода мне нравится, потому что, ну, во-первых, эта конструкция довольно жесткая. То есть тут вот так вот ничего не шатается, в отличие от большинства заводских комодов, которых пока заднюю стенку не прибьешь, они вот так вот как бы шатаются. В общем, конструкция довольно жесткая, прочная. Плюс немного уходит дерево, то есть эта конструкция легкая и экономичная. Есть еще один побочный эффект. Сейчас я немножко разверну камеру, покажу. Но если здесь вот эти вот перемычки врезаны довольно аккуратно, то я не знаю, насколько хорошо видно. В общем, вот я пододвигаю угольник. Все тут получается как бы перпендикулярно. То есть, какой плюс? Можно вот сюда вот положить подкладку какую-то. Ну, допустим, там профиль алюминиевый или еще обрезок фанеры или еще что-нибудь такого плана. И на вот эту вот подкладку положить направляющие. Тут будут стоять вот эти вот шариковые направляющие. И нормально все это дело монтируется, потому что врезаны, я повторяю, вот эти вот перемычки довольно аккуратно. В общем-то, о чем сегодня пойдет ролик. Просил один человек, который написал мне, что у него он попытался вот эту вот конструкцию повторить, и у него не особенно получилось. И, соответственно, попросил подробно рассказать, как я делаю вот такого плана соединения на скользящий ласточкин хвост. Поэтому в этом ролике, как сказать, экшена будет немного, больше будет объяснений. Тем, кто хочет посмотреть экшена с минимумом объяснений, я в описании к этому видео добавлю ссылку, можно посмотреть там. Как я делаю это соединение? Начну с фрезы. Пользуюсь я в основном вот этой вот фрезой на 19 миллиметров с небольшим. Есть у меня еще дюймовая фреза 25,4, но ею я пользуюсь гораздо реже, потому что тогда вот эти вот перемычки должны быть довольно толстые. Ну, а тут можно использовать потоньше. Фреза вот эта вот довольно массивная. Хвостовик тут 12 миллиметров. И пользуюсь я ею сразу. То есть я не делаю вначале предварительный паз прямой пазовой фрезой, чтобы ей было полегче, потому что, ну, она достаточно массивна для того, чтобы сделать паз сразу. Для изготовления пазов, ну, вот такого вот типа, использую я приспособление, сделанное из 18-миллиметровой фанеры. Ну, значит, вот тут вот получается сделан паз, сюда вставлена фанерка, здесь сделан вот такой вот вырез, или как это все дело назвать, под копировальное кольцо. Вот у меня копировальное кольцо 30-миллиметровое. И оно с небольшим вот таким вот люфтом, или как это, запасом хода, ходит вот в этой вот прорези. Как все это дело происходит? Да, вот тут вот найдена серединка. Я надеюсь, видно. Там сделан небольшой надрез ножом и карандашиком помечено. Поэтому виден вот этот вот маркер довольно неплохо. Ну, соответственно, вот там, где надо сделать паз, делается вот такая вот отметка карандашная. Вот она. Потом все это дело очень хорошо видно, когда совмещается с точкой. То есть тут все хорошо. Ну и, соответственно, фрезером с копировальным кольцом делается паз. Делается каким макаром? Вначале кольцо прижимается вот к этому краю. Потом я вывожу фрезер и начинаю делать
паз, прижимая кольцо уже вот к этому краю. Хотя вот это вот противоход, но основное мясо будет снято при первом заходе фрезера. При втором заходе вот сюда там останется совсем чуть-чуть, но не будет зато сколов на выходе. Если, ну, по-правильному это как вести, это вот так вот вести. Вот вдоль вот этой стеночки, потом вдоль вот этой, потом вдоль вот этой. И вот тут вот на выходе с этой стороны при таком ведении фрезера может получиться скол. Ну, поэтому, чтобы избегать этого скола, я вот таким вот макаром, как объяснял, и веду. Поэтому у меня на выходе никаких сколов-то и нету. В общем-то, с пазами все. Ну, как понятно было из рассказа, начинаю я делать все это дело именно с пазов, а потом уже начинаю делать шипы. И шипы я делаю на фрезерном столе. Ну, или хвосты, как можно назвать. Тут есть еще один нюанс какой. Вот когда я сделал все вот эти вот, на, там, допустим, стенки от комода, все вот эти вот пазы сделал, что я делаю? Я беру какую-нибудь ненужную заготовку, допустим, фанерку, и делаю на том же вылете фрезы, что я и делал, пазы, ну, в своем изделии, я делаю и на обрезке такой же паз. Для чего это нужно? Для того, чтобы мне было потом удобнее выставлять вылет фрезы на фрезерном столе. Брать и класть на стол боковину комода, чтобы выставить вылет фрезы, это не очень удобно. Ну, а вот по такой вот заготовочке черновой можно все неплохо выставить. Несмотря на то, что перемычки у меня здесь довольно узкие, где-то по 30 мм, делаю я хвосты на заготовках, которые значительно шире, а потом их распускаю. Почему? Потому что вести вот такую вот совсем узкую заготовку по фрезерному столу, по меньшей мере, небезопасно. Гораздо проще взять заготовку пошире, потом, значит, сделать хвосты. И даже если есть сколы, потом все это дело можно будет распустить, пропустить через фрезер. И вот эти вот, не через фрезер, через рейсмус. И вот эти вот все сколы уйдут. И будет и безопасно, и красиво, и не надо заморачиваться с тем, чтобы не было на выходе сколов. Какой еще есть момент по вот этой вот заготовке для перемычек? Если у вас рейсмус дает ступеньку, то надо предусмотреть возможность, точнее запас по длине, чтобы вот эту вот всю ступеньку обрезать. Потому что, ну, как бы, бывает так, что где-то есть ступенька, где-то нету ступеньки, где-то там она побольше, где-то поменьше. А вот эти вот ласточкины хвосты делаются как раз на концах заготовок, поэтому, ну, как бы, надо вот эти вот все ступеньки обрезать, потому что иначе никакого приличного результата не получится. На одной заготовке будет хороший хвост, который будет входить плотно, на другой будет плохой. В общем, надо иметь в виду вот эту вот ступеньку от рейсмуса. Если она есть, то предусмотреть именно ее просто отрезать. Высота фрезы легко выставляется по вот этой вот заготовочке. Я оставляю буквально вот волосинку, чтобы было, ну, как бы, чтобы у меня хвост не терся вот об эту вот стеночку. Ну, вот, вот об эту вот стеночку, как показать, верхнюю. Тут, как бы, мне трения не надо, поэтому я выставляю фрезу чуть-чуть ниже, буквально вот на волосинку. Делаю так, чтобы у меня выглядывало вот это вот, ну, как бы, из-под параллельного упора немножко, ну, от начала до конца выглядывало вот этот вот зуб. И начинаю фрезеровать. Вообще говоря, ну, если вам не лень, можно сделать накладку сплошную, ну, вот, по типу вот такой вот накладки. Это я делал для фрезы под ручки дверок.
Можно такую же накладку сделать и под ласточкин хвост. И это все будет немножко проще. Но я пользуюсь стандартными вот этими вот накладками. Ну, соответственно, вот это вот все дело выставляется. Значит, я использую потом. Ну, вот первое фрезерование сделал, померил. Обычно, ну, как бы, точнее, не обычно, но должно получиться так, что... не влезает в этот вот паз, но когда вы все это дело примеряете, вы видите, насколько не влезает. Соответственно, на глаз пополам делите и пытаетесь выставить вот этот вот параллельный упор, то есть немножко его отодвинуть от фрезы, чтобы ласточкин хвост стал поуже и мог влезть в паз. Значит, ну, у меня вот это вот чугунный стол фрезерный, это джетовский, вставка там в их какую-то пилу, то есть можно пилу превратить в комбинированный станок. Использую я обычный карандашик. Значит, как у меня получается, вот этот вот параллельный упор, он крепится в двух местах, вот тут вот и вот тут вот. Вот этот вот крепление я ослабляю, и параллельный упор можно немножко подвинуть, да. И вот до того, как я начал двигать, я делаю вот тут вот карандашом на чугуне рисочку. Карандаш у меня 0,5 мм. И вот эта вот рисочка даже на чугуне очень неплохо видна, не говоря уже о том, что у меня был там из ДСП стол фрезерный, у меня был из МДФ, покрытый пластиком. То есть очень неплохо видна вот эта вот меточка. То есть вот тут вот крепление у нас остается затянутым, но вот тут вот отпущенным, и вот этот вот упор можно немножко подвинуть. И когда вы сдвигаете, сейчас я вот приближу изображение, будут видны метки, которые я делал, когда фрезеровал вот эти вот хвосты под комод. Вот, вот это вот карандашные меточки. Ну, соответственно, отодвигаем на чуть-чуть. Опять начинаем фрезеровать, ну, до того момента, пока не получим удовлетворительный результат. Есть прием с денежной купюрой, когда вы, ну, фрезеруете хвост, вот сюда вот подкладываете вот сюда вот какую-то бумажку, пытаясь отодвинуть немножко от параллельного упора так, чтобы, ну, не профрезеровать лишнего. Потому что понятно, что epic fail — это когда у вас начинает хвост, который вы профрезеровали, болтаться в этом пазу. Ну, вот с таким вот, с такими вот двумя накладками использовать купюру, ну, не очень удобно. Можно, конечно, вот сюда вот так вот как-то завернуть и вести. Но, в общем-то, я и без купюры обхожусь, да, при помощи вот этих вот карандашных меток и двигая только вот одну границу, точнее, в одной точке вот этот вот параллельный упор, у меня все неплохо получается. Ну, вот таким вот методом я и делаю вот эти вот соединения. Я не знаю уже, как подробнее объяснить что-то. Ну, надо, наверное, самому пробовать. Как бы основные моменты я рассказал. Надеюсь, кому-то это помогло. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.